Всем доброго времени, подписчики мои дорогие, все, кто смотрит канал, все, кто ставит нам лайки, дизлайки, все, кто комментирует. Видосики сейчас снимаю немножко пореже, потому что нагрузка идет большая по заказам, пока немножко не справляемся и во всей этой тематике. Вот, время почти уже 8 час вечера. Поступил интересный заказ от одного из подписчиков. Сделать вот такую вот форму именно для клепальника. Вот, решил просто так параллельно снять уже видос, показать, что действительно тема 3D, она актуальна во всех случаях. И здесь также при использовании получается обычного станка, ну, единица 50 ватка, да, идет GPT-шка, с обычной головой сканаторной, не какой-то не 3D сканаторная голова, то есть без вибрационного зеркала, как говорят китайцы, то есть сканаторная голова с вибрационным зеркалом. Ну, здесь она без него стоит, то есть без плавающего, как говорится, зеркала, которое управляет именно фокусным расстоянием. Вот. Делается это все на обычной сканаторной голове. Единственное, используется линза 200 на 200, чтобы был краский перепад по фокусу допустимый нам. В данном заказе высота данной, получается, головы, то есть данной клепки, составляет 3 мм. Диаметр у нее составляет 8 мм. Вот. То есть такая вот тематика, довольно-таки прикольная, интересная. То есть обычным фрезером это все плохо берется, но на станках, как говорится, это можно выполнять. И сам по себе заказ по времени, я вот сейчас сделал тестовый образец для себя, чтобы примерно понять, сколько мне надо, допустим, по времени, то есть займет, то есть какое время, какая толщина, то есть должна быть здесь, допустим, составила толщина 2 мм, это, ну, маловато. У заказчика было 3 мм. Исходя уже из его потребностей, я уже составил определенный там график по параметрам, вот, рассчитал и, в принципе, все изменения внес. Сейчас идет у нас тоже процесс именно такой тестовый. То есть по окончании этого теста я сделаю все замеры, если все хорошо все устроит, и заказчика, и меня, тогда уже поставлю гравироваться вот на такие вот болванки. Вот. В принципе, тема довольно-таки интересная, довольно-таки прибыльная. Я уже много раз говорил, что делать пресс-формы для чего угодно, либо делать гравировку на других изделиях и брендировать его в том же самом варианте, как в 3D, эта тема очень интересная. Большинство подписчиков мне пишет, что пробуем делать, заходим в параметр особый, заходим разбитие STL на 3D модель, там или как-то по слоям, короче, написано, я сейчас точно не скажу вам. Вот, и говорят, что, блин, выдает какие-то ошибки, какие-то баги. Да, такое есть, поэтому я сделал на YouTube у себя ролик, в котором более подробно про это все рассказываю, показываю, объясняю, как избавиться от этих багов. Вот, видос идет на платной основе, кому интересно, не вопрос, пишите, ребят, подключу. Платная основа не потому, что я там жадный, либо хочу много заработать, просто потому, что я потратил почти целый день на то, чтобы снять этот именно видеоролик, объяснить, рассказать, плюс какие-то моменты там добавить. И также, допустим, дополнительно я снимаю какие-то определенные видосы, именно, ну, более понятные по 3D гравировке, и также я их там дополнительно вкладываю и туда подключаю тех, кто уже оплатил именно эту тематику. Вот. Ну, в целом, наверное, до конца я вам показывать не буду весь процесс гравировки. По поводу параметров сейчас по ESCAD у нас идет скорость 1200, мощность 90, 37 кГц. Опять же, это у нас идет GPT-50LP. Вот. В конце сделаем чистку по макету и, в принципе, все. Слоев получилось здесь на 1000 слоев разбития. Так как металл идет высокоуглеродистая сталь, довольно-таки такая хорошая, грызется дольше, чем обычно. Вот. Ну, вот такая вот ситуация. Поэтому, кому интересно, обращайтесь по поводу ролика, ну, сделаем подключение, не проблема. Кому интересно по поводу заказов именно по 3D гравировке, в принципе, тоже можно сделать, выполнить. Потому что часто бывают такие запросы у людей, всякие разные макеты, что-то надо сделать на каких-то твердосплавах. Реально, ЧПУшка такой материал возьмет, именно ЧПУ станок, именно с этим самым, со шпинделем. Только всегда возникает вопрос, выдержит ли фреза и насколько фреза быстро сдохнет в таком материале. Я, честно, ну, не делал ни разу на ЧПУшках, делал только лишь латунь, с латунью работал, и даже там будет фреза умирает очень быстро. Здесь же, видите, в принципе, особой сложности не возникает. Лазер сегрегирует, убирает, что и пройдет, процесс будет решен. Вот так. Ладно, ребят, спасибо большое вам за внимание, от вас лайк, либо дизлайк на ваше усмотрение, сколько был актуален данный видеоролик, насколько актуальна была информация. В январе, я думаю, буду немножко посвободнее, уже буду более подробно рассказывать некоторые нюансы, допустим, по станкам, потому что вопросов идет от подписчиков много, много всяких разных там
запросов идет, которые надо рассказать, ну, буду рассказывать. Также по нему тематику, скорее всего, уже поворотного устройства, именно подключение, так как часто станки бывают от одной фирмы, поворотное устройство покупать от другой фирмы. И этот момент решается очень просто, очень быстро. Ладно, ребят, всем доброго дня, настроения, всем пока-пока.